Блок управления и одновременно блок питания леший для работы с двигателями и сервоприводами типа Lego. Управляется через аппаратуру типа RC. В данном случае представлена указанная аппаратура. Бинт на блоке осуществляется при подключении третьего канала и при, соответственно, включении. Сейчас все это дело уже настроено, поэтому я покажу, как пользоваться. Блок имеет возможность регулировки управления напряжением от 8 вольт до, соответственно, 28, но выше 15 вольт поднимать нежелательно, потому что драйвера установлены на напряжение не более 15 вольт, и фильтрующая емкость также стоит на напряжение 16 вольт. Ну, собственно, для работы с леговскими сервоприводами напряжение выше 9 вольт, ну, крайне нежелательно подключать. Необходимо осуществить плотное подключение для того, чтобы не было дребезга контактов. При включении некоторые моторы издают такой мелодичный звук. Соответственно, включаем аппаратуру. И, учитывая, что здесь все уже настроено, начинаем управление. Вот управляется двигатель. Вперед. Назад. Вперед. Все как должно быть. Полная мощность. Потихонечку. Полная мощность. Управление сервоприводом. Это липиновский сервопривод. Поэтому управлять им немножко неудобно. Для этого, соответственно, сделано управление, продублировано управление сервоприводами уже другого производителя, типа Geekservo. Также можно использовать ардуиновский любой привод. Сейчас продемонстрируем. У нас здесь подключен один канал. Вот, управляется сервопривод. И, соответственно, на третьем канале управляется еще один сервопривод. Также все это дело дублировано. То есть может одновременно работать и сервопривод, и сервопривод, и, соответственно, и двигатель. Количество каналов, которые поддерживают данный блок, только 2. Но по мощности, в принципе, тянет спокойно 2. Без нагрузки тянуло 4 двигателя. Вот этих таких больших. Под нагрузкой, соответственно, проверяли, тоже тянет 2 спокойно. Больше не подавали, потому что начинают греться разъемы. Все зависит от нагрузки, какую нагрузку подавать. Блок позволяет осуществлять регулировку напряжения до 15 вольт. То есть через регулировку. При повышении напряжения 15 вольт двигатель начинает очень хорошо работать. Управление при этом все остается стабильно. Выставил 14,7. Соответственно, двигатели подключаем уже
все, кроме леговского серва. Повторяю, леговские серва нельзя. Скорость работы двигателя изменяется в лучшую сторону. Двигатели держат спокойно 15 вольт, при этом сервоприводы также спокойно работают. Опять же, это прототип. Возможно, небольшие конструкционные изменения. Сервопривод работает от 5 вольт. На этом все.